Доброго всем вечера, в скобочках ночи. Наконец-таки заключительный матч. Играют у нас... Мюнхен Гладбахская Боруссия. Ну ладно. МБ играет против Байера. Ну, ничего страшного. Приятная форма. Вижу Де Гузмана, вижу Бранта Юлиана. Нормально. Так. Блин, приятная команда, от которой почти... О, Харвиц играет, у нас СС все так плохо, ну ладно. Харвиц там с Кьюсинс 5, наверное. Посмотрим. Валенсия в атаке. Эльвир Валенсия, неплохо, раньше был. Порочили ему будущее, когда он на чемпионате, по-моему, мира какого-то играл, я не помню, 6-го, по-моему. Еще мелкососом или 10-м, я не помню. Дальний удар, ух, неплохо. Штанга падает. Побану. Навес слева может заехать. Пас. И офсайд. Ой, этот пенальти, бред. Вратарем бьет. Удар. Явное неуважение к своему оппоненту. И уже гол. Случается. Не очень приятный момент для пианиста. Посмотрим, как он выберется с этой ситуации. Пока проигрывает он. Ссылку там криво скинул, но пофиг, если честно. Ту-ту-ту. Энрикс Брант. Брант, кстати, не играл на реборне. Когда был второй, по-моему, рестарт. Да, второй рестарт реборна был. У меня играл Брант. Сезона 2 кота. Ой, хороший скат. И надо забивать удар. 1-1. Валенсия так скромно идет. Парни. Парни, я красавчик. Фернандес, Гузман, Идилес, Фернандо, Харвиц, неплохо, Харвиц, бежит, ну явно, что в красной конде, по-другому, ну, как такого малыша выпускать, Вендел, Сильва, Сильва, конечно, хорош. Очень заметен на левом фланге. У него вообще в пьесе 19 есть карточка, короче, 89, ой, 87, прошу прощения, 87, да, там типа команда недели, Байер из Ливеркузена, и там прям есть та с Искиом 88, по-моему, там есть вот Фоланд, еще кто-то есть. Короче, Дахевич игроков. Терштеген зато стоит, кстати, неапнутый. Хант. Тут такое единоборство, табану. Нет, Бранд. Не будет с мячом. Гузман, Гузман прорывается, но тут Бендер. Свен Бендер. Порочили раньше ему большое будущее, но как-то он застопорился в своем прогрессе и до топа не дорос. Юлиан Брандт. Неплохо разворачивается. И удар. Гол. Ничего себе. Задрочил как у нас пианист. Неплохо. Вот так вот.
Кабану. Гузман. Фернандес. Брант. Сильва с мячом, пас на Бранта. Брант, дальний удар, и если попал в створ, было бы опасно. Ну, такой вот живенький у нас матч. Пока пианист очень, наверное, хорош. Получше пастор убит. Так, Гузман. Сансане, Гузман играет. Вот тут Вендл. Неплохо. Действует. Стив Вендл тоже там какой-то 88 скилл, по-моему, есть. Вот эта карточка недели, типа, он там жесткий там скиллы, типа в атаку. Защитник такой там подавать. Простреливать. Ой, Юлиан Брандт. Ой, что делает вообще, творит немец. Ну тут, конечно, заигрался. Надо было, наверное, раньше с мячом расставаться. Ну ладно. Сансан в атаке. Харвиц. Неплохо Юлиан Брандт. Вход в штрафную. Ну, какой-то пас не очень приятный. И в штрафную. Фо в атаке. Сансане. Хорошая передача, но не проходит. Так, Гузман с мячом отбирает. Гиляс должен бить удар. Гол. Ха-ха, Терштеген. Тердыркин. Гиляс просто прошивает его. Ну, вот такие, конечно, бывают говёные удары. И когда вратарь вообще какой-то чудит. Так, ну что у нас тут, заруба в штрафной. Тердыркин мяч вышвыривает. Вендл. Харвиц. Сильва, ну такое. Табануха. Плохо перепасовывается у нас. Белые, так сказать. Ох. Да. Тут тоже начудил пианист. Плохую партию, так сказать, сыгранул. Не очень приятно. Так, Брандт, Юлиан Брандт. Обматывает двоих. И пасик надо было дать нежный, такой приятный. Но это какой-то... Да, не то. Фернандес. Гиляс пытается прорваться, но не получается. Вендел. Сильва. Харвиц. Нет, в офсайд. Так, ну что ж, заканчивается первый тайм. Пока 2-2. Так, Юлиан Брандт, ну, явно в кондициях парень. Очень бегает неплохо достаточно, не по скиллам играет. Кстати, его апнули там по PSD и много чего порезали. То есть, ну, скиллы какие-то очень унылые, конечно. Ну, даже на Реборне, я хочу сказать, получше скиллы были. Там реально он был таким ЭМФом и, в принципе, дрочером неплохим. То есть можно было на фланг ставить и туда, вот. Тут как-то он совсем очень слабенький. Ну, действительно, в жизни он получше, и порой из-за, так сказать, бундес машины играет. Такие дела.
моментом. 5-3, 5-2, ну, равный матч. Да, на Ютубе сейчас заливает, конечно. Не, я вряд ли перейду на Ютуб. Нахер он нужен. Ну что, посмотрим на хост пианиста. Надеюсь, не будет лагать, все будет хорошо. Ой. Так, удар и ближний бой. Байли. Выходит. Удар и... Так, отбивается у нас. Сильва. Может хороший пас дать. Бранд. Вот. Не дает ему развернуться. Фернандес пас на Сансане. Ищет подключение. Крутится, вертится. Фернандес. Гиляс. Есть момент, но нет. Да, слишком плохо. Хенрикс. Хант. Вендел. Бали. Так, Хант отнимает мяч. Юлиан Брандт. Ну, пытается только через него, по сути, играть. Пианист. Потому что он видно, что один из лучших игроков команды, поэтому приходится делать дела. Сансане. Пас на Гиляса. Выход 1-1. Будет обмотка, удар. И вратарь тащит еще удар опасный. Так, ну так вот. Один на один Гиляс не смог забить. Хоть створ попал уже, спасибо. Так, неплохой пас. Гузман врывается, пытается подстроиться под мяч, не получается. Так, Дыркин, как в жизни, дает почти что точный пас. Нет, он дает точно, но вот защита не может сыграть. Прострел и то с мячом, кажется, вратарь. Терстеген идеальное лицо. Какое-то ноунейм ему такая. Лошарская рожа. Юлиан Брандт. Хант. Валенсия. Брандт. Будет навес. Навес. И никого нет. Бали, наверное, не в конде просто был, поэтому он выпустил Халиц. Ну, логично. Так, что дело закончится чем? Валенсия. И опасный момент, надо убивать. Сенсоне. Тут хорошо охотник, так сказать. Так, Сильву просто сминают. Там, конечно, да, португальцы не хватает баланса. Хотя был бы 8, был бы вообще игрок великолепный. Но так баланс, конечно, не очень. Скорости нету. Раньше был, конечно, скоростным игроком. Потом его перевели в ЛМФ, такого классического. С техникой, но нет. Брандт бежит, смещается в центр. Брандт, надо брать на себя игру, но нет, тут хороший подкат. Но вновь с мячом Ливеркузен. Так, Брандт пас. И что делает Валенсия? Не бьет и просто закатывает прям в руки киперу. Ну, вот контратака может получиться опасной. Табанул. Нет. Брандт. Гузман. Гиряс. Нет. Ну что ж, остается, в принципе, полтайма доиграть. И я спокойно пойду заниматься своими делами. Херман вышел на поле. Гузман, дальний удар и Тер Штеген прям руку. Забалета. Сильва. Забалета с мячом.
Абану. Гузман. Гильяс. Ой, какой хороший оперативный простор. Надо бежать. Гильяс бежит. И удар. Ух, хороший удар. Но чуть-чуть в сторону попадает. Там чуть, может, штангу облизал. Но видал неплохо нападающий. Раньше, конечно, он был вообще суперчитерным. Там у него удары вроде желтые были. Баланс, скорость была. И дриблинг какой-никакой был всегда. Так, плохой пас. И может получиться такой микробрейзик. Табанушечка. Гильясу сюда всем пасы доходят. И Гильяс надо забивать. Будет вбегать. Нет. Удар. Вот так вот. Обматывает вратаря. На дриблинг и спокойно закатывает. Пусть его вот. Вот такой вот гол. Не самый техничный, но зато, ребят, какой дриблинг. Так, Байли. Байли. Навес. Получается навес, но тут некому по факту бороться. Брандт. Надо брать на себя удар. Ай, не получается. И ничего ему уже не мешало. Надо было выходить, убивать. Но нет. Ну, пастырь пока душит, как говорится. Но у пианиста получается пару очень даже грамотные атаки. Ну, Гильясу как-то все проходит хорошо, идеально в защите. Хороший пасы пастор получается. Херман, ой, какой жесткий. Ты толчок. Гузман. Гузман под навес бежит или куда? Да, навешивает и за балетом. Очень опасно было, но да, нормально. Хотя за такой пас в штрафной можно так по шее, конечно, получить. Фернандо. Забалета. Под лаги это еще на это. Бывает. Гузман. Опасно Гильяса. Гильяса должен сам один в один обыгрывать. Нет. Свен Бендер в этом эпизоде сыграл грамотно, но, конечно, они провалились сегодня в защите явно. Привезли пенальти, да и два момента дали таких реализовать. Подкат. И последняя 10 минутка у нас идет. Плюс, ну, добавленная плюс-минус там будет. Забалет, хороший пас. Сильва, отличный пас на Брандт. Брандт, походу, перешел АМФом, не знаю, что. Намудрил там как-то. Пианист, ну ладно. Брандт. Хороший пас. Фернандо. Начинает атаку Леверкузен. Очень перспективный. Сильва. Сильва. Левая нога. Сильва. Надо убивать удар. И вратарь тащит. 100% момент сейчас упускает. Пианист. Для того, чтобы сравнять счет в этой битве. Гильяс. С мячом нет. Свен Бендер. Первый. На подхвате. Брандт получает по ногам крысиным, но устоял на ногах, молодец. Юноша молодец. Байли. Входит в штрафную, у него левая нога, если что, просто идет по прямой, видимо, его там уже током жахнуло, он просто не мог ничего делать, кроме как по дефолту идти вперед. Так, Гильяс. Гильяс вырывается вперед, Свен Бендер не успевает, нельзя рубить, так как не нужны карточки. На следующий, на вторую половину сезона. Так, Байли. Байли бежит, бежит, разворачивается. Брандт. Так, и что? Нет, не получается у Валенсии продраться здесь. Слишком маленький у него баланс. Ну, меньше 90. Поэтому так вот. Такой вот матч. Спокойной ночи, так сказать, и покоя.